Легенда русского рока, настоящая звезда, сегодня здесь, в Волгограде. Сибирские морозы, я не забуду тебя никогда. Уж его точно не забудет никто и никогда. Как обычно, положительных ощущений. Мы не первый раз ходим на концерты твоего певца. Он наш любимый и, наверное, самый любимый с мужем. Все как всегда. Хотим положительных эмоций, удовольствия и приятных воспоминаний. Эмоции переполняют. Почему? Потому что 25 лет назад примерно я был на концерте Кузьмина, и тогда еще во Дворце спорта, и у меня была легкая шалость. В Дворце спорта я на самом последнем ряду танцевал. Меня за это забрали в милицию. Сейчас танцевать будете? Обязательно. Какая ваша самая любимая песня у Кузьмина? Ну, за последнее время у Кузьмина новых нет. Все старые хиты. «Моя любовь», «Когда мне ты позовешь», «Симона». «Эй, красотка». У меня, наверное, 5 минут от дома твоего. А ты? А у меня «Сибирские морозы». Будут самые лучшие его песни звучать. Заслуженный артист России Владимир Кузьмин и группа «Динамик». Встречайте. Она сказала, хочу, чтобы...
была гроза. Я так люблю дождь. О, белая луна, я сегодня не до сна. Я жду, когда значит раздастся лучше красной вины.
что путь ты одарил мне.
за клавиши! Мне понравился сегодня концерт, мы даже сыграли больше, чем обычно. Практически был концерт по заявкам. Я удивляюсь, смотрю, слова лучше, чем я знаю. Скажите, вот вообще в ваших произведениях, в вашем творчестве, вот как бы, так скажем, проскакивают такие вот моменты, образы главные, это дорога, да, осень, дождь. Возьмите любого поэта классического, это нормальные образы. Я, в общем-то, пишу совершенно другие стихи, совсем другую музыку для себя. Ну, так вот совпал для народа, я понимаю, что нужно народу. У меня сначала сибирский мороз, я приехал из Америки, из Калифорнии солнечной, когда там в то время там 360 дней в году было солнце. Что такое мороз, я вообще забыл уже. Попал в Сибирь. Эту песню записал там за 15 минут, причем с хэппи-эндом, по-американски, положено. И потом ко мне подошел мой менеджер тогда и сказал, что не пойдет это, типа, в России. Тут нужно, типа, я подумал, да. Нужен грустный конец. У меня была песня такая, с положительным концом. Нет, я раз быстренько переделал на грустный конец, потому что народу это ближе. Сколько лет прошло, там уже лет, скоро 20 лет, как этой песни, и вот столько людей уже ко мне подходит, там тысячи, говорят, что вот эта песня про меня. Вот последний альбом я сейчас записал, 4 альбома, точнее, 2 года работал над этим, пока не выпускаю. Там я сделал наоборот, почти там 50 с лишним песен, и только 2 грустные. Все с положительным концом. Все, я буду тебя любить всегда, я буду с тобой всегда. Все, что бы ни случилось, потому что я хочу людям внушить, что пусть привыкают к радости, пусть верят в хорошее. Может этому быть, выбор радоваться. Этого настроения поспособствовал ли какие-то хорошие все-таки отношения вот именно в вашей личной жизни? Вы знаете, как, конечно, у меня было очень много хорошего и плохого в жизни, но дело в том, что поэт, вообще артист, он должен, невзирая ни на что, приносить радость людям, прежде всего. То, что у него на душе, это не должно никого волновать, по большому счету. Не надо это выносить. Я из-за этого никогда не делаю какую-то там пиаровскую там кампанию своих чувств и своих отношений, что бы там ни случилось. Стихи рождаются совершенно ни про кого. Просто в том-то и вся и прелесть стихов, что ни про кого, что это какой-то образ, который поэтический образ создается. А романтика и поэзия заключается в том, что это вымышленный образ, пусть он утрированный, он чересчур красивый, чересчур неправдоподобный, но пусть оно будет, пусть люди в это верят, особенно молодежь, которая, мне хочется, чтобы они верили, что есть любовь, существует, что люди, есть верные друзья, есть верные жены, надежные, пусть в это люди верят. Когда планируется выход альбомов, которые... Ой, в этом году, там был кризис просто, я давно уже написал его, уже 2 года, уже год он лежит вот без дела. Но я не спешил, потому что там я считаю, что лет на 60 вперед это должна быть работа, которая большая, там около 50 песен. Я не знаю, может, что-то выкину, потому что чем дальше время идет, тем мне меньше нравится. Сейчас сам первый в жизни раз. Почему я писал так много песен, так много альбомов? Потому что я пишу альбом, мне надоедает уже в самом процессе написания. Я уже живу следующим. И когда он выходит, я уже никогда не слушаю. Проходят годы, я потом начинаю слушать. А этот альбом, мне все нравилось. Но вот опять же прошло время, мне уже как бы не нравится. Ну, что-то не нравится. Я пошел уже на другой уровень. Надеюсь, что народу понравится. И в принципе, я никогда вот не иду на, так сказать, не опускаюсь до уровня, чтобы вот для народа прям писать. Нет. Но для людей, да. Ньюспаб продолжает радовать Волгоград звездопадом. На этот раз на сцене клуба популярный эстрадный певец, автор-исполнитель песен, а также самых сладких баллад о любви Владимир Кузьмин. В зале полный аншлаг, а это значит, в Волгограде любят Владимира Кузьмина. Эй, красотка, хорошая погода. Мне нужна водка, мне нужна.
нас вышел альбом, называется «Эндорфин», это квадрология, 4 альбомов. Это как бы самое мое лучшее творение. Это альбом какой-то по счету уже 30-й, что ли. У нас, то есть мы не дремлем. Все думают, что мы не показываемся на телевидении, поэтому нас нет. На самом деле, все, кто знает, у нас наибольшее количество концертов, чем вообще у любых артистов в мире. И мы постоянно этим живем. И выпускаем новые альбомы. Но играем на концертах в основном песни известные. Нового мы не редко играем. Пока это привыкнут люди. Играем самые любимые песни, мы уважаем очень зрителей. Я думал, все прошло, но это лишь казалось мне. И боль моя жива, живей меня. Играть одни и те же песни столько лет, это невыносимо. Поэтому у нас присутствует постоянная импровизация. Фонограмм у нас вообще нет, просто категорически, потому что мы не умеем играть по фонограмму. Рот открывать, это очень сложно там, подать. И у нас очень много импровизаций, каждый раз мы играем по-новому. То есть я сегодня не знаю, что мы будем играть и как. Знаешь, что народ будет доволен. Почти каждый год проводим концерт, и вот получилась пауза, последние где 2 года его не было. То есть он пропустил ровно сезон, а так последние около 10 лет все концерты Кузьмина в Волгограде я проводил на площадке большой, либо театр эстрады, либо дворец спорта, и всегда где-то клубное выступление. И вот когда предложили эти сроки, получилось так, что он попал на мой день рождения. И когда сегодня приехал Володя, я сказал: «Володя, у меня сегодня день рождения в ночь», он не поверил, он говорит: «Ну, раз у тебя день рождения, мы тебя поздравим». У меня все песни о любви. Даже если они о политике, они все равно о любви. Потому что, ну о чем еще петь? Я хочу, чтобы люди любили друг друга. Чтобы мужчина мог с женщиной говорить нежные слова, чтобы не стеснялся и не хамил, а говорил: «Дорогая, я тебя люблю, буду любить вечно». Это же ласкает слух, что любовь спасет этот свет. Это правда. Я Владимир Кузьмин, специально для волгоградского делового телевидения. С любовью. Любите друг друга. Забуду тебя никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. Владимир Кузьмин готовит к выходу свою юбилейную пластинку. 25-й по счету студийник музыкант собирается выпустить уже в этом году. И, как всегда, она будет поистине роковой. Альбом будет называться «Закрытие сезона». Это веселый, мотоциклетный рок-н-ролльный альбом. Помимо работы над пластинкой, артист, конечно же, будет занят и своими гастролями, где иногда его сопровождает любимая супруга Екатерина Трофимова. Вот и в Алматы знаменитый гитарист приехал в компании своей благоверной. Кстати, не так давно в прессе ходили слухи, что брак Кузьмина с третьей по счету женой под угрозой. Однако сама звездная пара все это отрицает. Я сейчас хотела сказать спасибо своему супругу, потому что это была такая, на самом деле, идея наших друзей приехать сюда в день семьи, и поэтому это от нашей семьи подарок вашим, вам, алматинцы, в такой замечательный праздник. Вот, спасибо, что поддержали нас. У нас
все по-разному бывает, но мы вместе, у нас все хорошо. Хорошо все было и на самом концерте в Южной столице. Поклонницы музыканта отплясывали под любимые композиции и в такт подпевали артисту. Сам Владимир Кузьмин, к слову, тоже зажигал. Играл на скрипке и виртуозно исполнял музыкальную партию на гитаре, причем прямо за головой. Ну а нам остается только пожелать Владимиру Кузьмину аншлагов на концертах и успешных альбомов.